Привет-привет, с вами канал Ковидаки. Сегодня 26 июля 2019 год. У меня начинает цвести адениум. Вот такие уже небольшие бутончики успели вырасти. И я хочу вместе с вами понаблюдать за моим адениумом. Так, вон вторая ветка из одного. Вот каудекса. Вот так он у меня растет. Красивенький, здоровенький. И понаблюдаем за ростом бутонов. И, конечно же, хочу вместе с вами посмотреть, какого цвета будут бутоны. Приветики! Сегодня 30 июля, и вы посмотрите, насколько вырос уже один бутончик. А те, что были совсем маленькие, тоже уже чуть-чуть подросли. И наблюдаем дальше за ростом наших бутончиков. Доброе утро! Сегодня 8 августа. Вы только посмотрите, насколько подросли бутончики буквально за несколько дней. Цвет, я смотрю, что будет какой-то темно-красный, можно даже бордовый. Но ничего, нам осталось буквально немножко, и мы с вами узнаем истинный цвет нашей красивой одежки. Одежечка такая красотулечка порадует меня в этом году первым соцветием. Ну что, наблюдаем дальше. 9 августа, после обеда у нас вот идет дождь, и я через 2 часика уезжаю на недельку. Откроется моя одежечка, и я не засниму весь процесс открытия бутона. Но я не унываю, через неделю, конечно же, я обязательно сниму продолжение уже цветущего адениума, и вот еще бутончики растут, и я думаю, мы вместе с вами порадуемся открытию бутона поэтапно. Вы смотрите видео дальше, а я недельку скучаю и думаю про свою одежечку, и буду представлять, какая же она у меня уже цветущая. Смотрим дальше уже на очень красивые бутоны. Привет-привет! Сегодня 17 августа. Вернулась из отпуска. И что я вижу? Вот такая красивая одежечка у меня цветет. 2 бутончика, которые уже открылись. Вот так вот она у меня выглядит. Вообще моя одежечка. Красавица. Не помню, говорила или нет, что ей 3 годика, и она цветет у меня первый раз такими вот красивыми бутончиками. В прошлом году у меня цвела другая одежечка, была такой в нежно-лимонном цвете. Ссылочку оставлю в конце видео, чтобы вы посмотрели. И также вот смотрите, будут открываться еще бутончики. Я предлагаю продолжить съемочку. Вы смотрите видео дальше и понаблюдаем с вами за открытием этой вот красоты, такой одежечки, такой красно-бордовой, очень красивая. Получилось у меня, ой, просто прелесть. Ну что, вам предлагаю смотреть видео дальше и понаблюдать вместе со мной за этой всей красотой. Всем привет! 21 августа. Вы только что просмотрели фотографии, как рос бутончик. И к вечеру я смотрю, он уже вот открылся. А тот, который был вот здесь вот, он отпал уже. Я пришла и, конечно, удивилась и не поняла, где тот бутон, который был закрытый. А теперь вот поняла, он уже успел открыться. Я сегодня пропустила все самое-самое интересное. Был закрытый бутончик еще вчера вечером, а сегодня уже вот такая вот красота. Надеюсь, конечно, понаблюдать еще за меньшим бутоном, который вот подрастает. И все-таки, надеюсь, удастся заснять само открытие бутончиком. Ну что, понаблюдаем еще дальше. Если вы не против, смотрим далее.
28 августа, вот так вот открылся уже бутончик адениума, и осталось всего цветущих два цветочка. Вот такая вот красавица у меня выросла и порадовала своим цветением. Я надеюсь, вам было интересно наблюдать вместе со мной за моей одешечкой. Подписывайтесь на канал Ковидаки, ставьте лайк и также пишите комментарии, какого цвета у вас есть адениумы и каким цветом они цвели и радовали вас в этом году. Ну что, вам говорю еще раз большое спасибо за обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока!